Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, я сохрани, освяти любящие благолепие Дому Твоего, Ты тех воспрославь божественной Твоей силой, не остави нас, уповающих на Тебя, мир, мир, ведомым удары, церковь Твоим, священникам, воинствам, все людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершенствующий есть, сходя от Тебя, Отца Светова, Тебе славу и благодарение и поклонение восславим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Аминь. Господи, на вас, во благодати человека любви, всегда ныне. Святому Духу и ныне пресной во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Отцы из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвою пречистая Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, преподобных и богоносцев Отец наш, преподобного богоносца Отца нашего Сергия, Игумена Радонежского, вся Россия чудотворца, святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Нила Столобенского, преподобного Антония Сийского, преподобного мученика Сергия, священного мученика Антония Пресвитера, преподобного мученика Андроника, священного исповедника Амвросия, епископа Каменец-Подольского, священного мученика Сергия, Михаила Сергия Пресвитера, Никифора Диакона, преподобного мученика Галактиона, священного мученика Петра Пресвитера, преподобного Анна Кричевского, мученика Афинадора, преподобного Павла Послушливого, иже и память ныне совершаем, иже святых отца нашего Анна, архиепископа Константина Града, Златоуста, все святые, помилует и спасет нас, яко благ и человеку любит. Великого Господина, Отца нашего Кирилла, Святейшина Патриарха Московского Вестия России, Святотроицкая Сергиева Лавра, Священа Архимандрита, Бог охранимую страну нашу российскую, настоятеля братья, прихожие Святого Храма, сегодня православные христиане, Господи, сохрани в нам многое лето. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с праздником, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днем. Сегодня в евангельском чтении мы с вами слышали притчу о том, как Господь исцелил 10 прокаженных человек, и когда они шли для того, чтобы показаться священникам по повелению Божию, то они заметили, что они очистились, исцелились от своей болезни, и только один из них возвратился для того, чтобы возблагодарить того, кто дал им этот дар, дар здоровья. И вот Господь спрашивает, не 10 ли человек исцелилось, где же остальные 9? Было бы очень хорошо, если хотя бы каждый 10-й человек был благодарен Богу за все. И в своей жизни мы спрашиваем, а нужно ли благодарить Бога? Почему мы должны это делать? Самый лучший пример – это, конечно же, отношения родителей и детей. За что дети должны благодарить своих родителей? Ведь родители сами захотели взять на себя такую ответственность и свои обязанности быть родителями. Они рожают детей, потом берут на себя обязательности кормить, поить, обувать, одевать, давать им образование, кровь. Что прибавляется отцу или матери от их благодарности? Становятся ли родители богаче деньгами? Нет. Становится больше у них здоровья? Нет. Становится больше чести и славы? Нет. Кому же тогда лучше от этой благодарности?
А лучшее от этой благодарности становится самому человеку, который благодарит за то, что он получил. Так и человек, который от Бога получает все, получает жизнь, получает спасение, получает благодеяние и даже получает вразумление, наставление. Человек получает это от Бога, и он должен благодарить. Нужны ли эти жертвы, которые еще с Ветхого Завета ведутся, эти все сожжения, принесение этих тельцов, козлов, волов, голубей или других плодов? Неужели Богу они нужны? Они нужны самому человеку, чтобы возблагодарить Бога, чтобы показать свою ему преданность и благодарность, чтобы понять, что все, что он имеет, имеет от Бога. Подобно тому, как этот безумный богач, который получил очень большой урожай, но он не хочет делиться с Богом, он хочет все это присвоить себе. Так мы в своей жизни должны благодарить Бога. Начиная от самого простого, когда мы начинаем читать молитвы, мы слышим такие слова, которые становятся для нас как бы обыденными. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ведь это очень важная молитва, когда мы благодарим Бога за те благодеяния, которые нам оказывают. А как же благодарить Бога, когда столько войн, когда столько неприятностей в жизни, когда столько скорбей? А как благодарить тогда хирурга, который, спасая человека, отрезал ему ногу или руку, или другой орган? Как благодарить этого врача, который, жертвуя малым, спасает человеку жизнь? Так и Господь посылает нам скорби для того, чтобы спасти нашу душу. Эти прокаженные люди, они были в очень ужасном положении. Они были всеми оставлены. Они не смели даже приближаться к людям и издалека кричали: «Нечист! Нечист!» Сами пребывали в гноище, в этом ужасном запахе. И вот Господь исцеляет их. И только один приходит для того, чтобы возблагодарить. Так Господь спас каждого человека. Он пришел в этот мир пострадать и принести себя в жертву человеку, для того, чтобы спасти его от гноища, от вечного огня негасующего, от червя, который будет жрать его плоть. От этого пришел Господь спасти. Но сколько людей пришло возблагодарить его? Ведь сама религия христианская – это и есть сплошное благодарение. Господь, когда в последний раз встречался со своими учениками на Тайной вечере, он заповедовал им: «Творите сие в мои воспоминания». И мы с вами каждое воскресенье приходим и творим эту Тайную вечерю в воспоминание того, что Господь сделал для нас. Если мы с вами сейчас посчитаем, сколько людей находится в храме и сколько людей осталось дома, от силы здесь собрался один дом, а сколько домов вокруг. Вот так неблагодарность наша людская восходит к Богу. Дорогие братья и сестры, будем благодарить Бога за все Его благодеяния, за радость, которую Он дает нам, за то спасение, которое Он устроил каждому из нас, за то, что Он иногда посылает нам богатый урожай. Будем благодарить Его. Но как возблагодарить Его? Возблагодарить Его можно через ближних, через любовь к ним, через сострадание, через жертвенность. Только так человек может показать, что он действительно благодарен Богу. Не просто сказать: «Я знаю, Боже, что Ты есть, Ты у меня в сердце, и на этом наши отношения с Тобой заканчиваются». Только через дела человек может показать свою благодарность. Когда он молится Богу и действительно благодарит Его за все, что с нами происходит. Когда он видит несчастного человека
и сравнивает этого несчастного человека со своей жизнью и говорит: «У меня гораздо больше Господь дал мне. Что я сделаю? Припишу это только себе или поделюсь этим с ближним?» Итак, во всех отношениях в жизни мы с вами должны благодарить Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу за то, что Господь устроил наше спасение, за то, что Господь нам продлевает время нашей жизни для покаяния и для молитв. Храни Господь. Спасибо. Дорогие братья и сестры, традиция поздравляет праздник Воскресного дня. Продолжается Рождественский пост. На предстоящей седмице богослужение будет совершаться ежедневно, утром, вечером, согласно расписанию. В пятницу, в честь памяти святого, который все любят и почитают, святителя Спиридона Тремякусского, накануне всеночной в день, в самый день праздника, одна божественная литургия, 25 числа, пятница. Храни вас всех Господь. Христос рождается, славите Христос, небес рящите, Христос на земле, возноситесь. Бойся, Господи, и вся земля, и веселье, Господи, люди, яко прославися. Прежде веку до Царя рожденному, и крена сыну, и в последнюю девы, воплощенному весе,